Привет, таксист. От Вари классно девку положил. А что? В серьезном плане или располагаешь временно позабавиться? Нет, не располагаю. Стало быть, в ЗАГС нацелился. Так. Не пойдет она с тобой в ЗАГС-то, не целься. Как-нибудь без вас разберемся. Нет, без меня не разберетесь. А мне ты, парень, не ко двору. А чем-то я вам не угодил? Не заслуживаешь доверия. Кому было сказано Малаховку ехать? Я обнадежил, люди ждали. Разок съездил, хватит. Плохо пахнет Малахов вашим. Так, значит, и я тебе плохо пахну. Тогда на кой же ляд ты мне сдался? Я не к вам сватаюсь. А это все одно. Где я, там и Варя, где Варя, там и я. Ясно? Так что давай, отваливай. А если не отвалю, то что? Башку сверну. Оно у меня крепко привинчено. Эх, парень, да не что это проблема. То есть никакого даже вопроса нет. Башку в момент сверну, только девку жалко. Что Дуров тебе нашла с твоими трудовыми чаевыми? Стало быть так. Последний раз по-человечески говорю. Подумай, парень, пока мозги целы. Либо к нашему запаху привыкать, либо с Варей прощаться. Она ведь тоже не одними фиалками и пахнет. Гастроному у Курского подбрось. Да, Шурик, уровень твоего мастерства заметно вырос. Я тебе просто поддаюсь. Mm. Давненько мы не дежурили втроем. Ну, если мне не изменяет память, ровно 2,5 месяца. Шурик, тебе никогда не изменяет память. Вяжется что-то новенькое? Угу. А, кто бы мог подумать, что такая интеллектуальная женщина увлечется такой ерундой? Ой, знаешь, иногда надоедает быть интеллектуальной, а хочется побыть просто женщиной. И что себе именно вяжет просто женщина? Шапочку. Трогательно. Следователь Знаменский. Так. Ограбление квартиры. Отравление потерпевших газом. Записываю. Большая сыромятническая.
Дом 34. В моем доме? Подъезд 2, квартира 16. В твоем подъезде? Невероятно, это же Петухово. Спасибо, Паша. Наступление весны отмечается в Чехословакии многими народными праздниками. Ни один из них не обходится без карнавального шествия, шуток, песен и танцев. Пльзенский народный ансамбль записал недавно на чехословацком радио в обработке с ДНК Благо польку, которая известна... Скорая увезла в 25-ю больницу. Наш заместитель начальника сейчас поехал туда. Что сказал врач? Сказал, что надежда есть. Потерпевших оглушили по голове, а потом они наглотались газу. От этого у обоих сердечные приступы. Они были в сознании? Какое там? Одиночка, ты не можешь еще выключить эту музыку? Сейчас закончу отрабатывать проход. Толь, да? Снимите, пожалуйста. Сейчас. Попрошу понятых поближе. Товарищ лейтенант, если можно, теперь все по порядку. От граждан из соседней квартиры номер 15 поступил сигнал, что пахнет газом. Аварийная установила, что газ протекает из вентиляционного отверстия в кухне, потому что вытяжной ход общий. Угу. Когда на звонки в данную квартиру никто не отозвался, и соседка сказала, что никого нет дома, вызвали меня, и мы вскрыли дверь. Типичная картина ограбления без точного наводчика. Да что у них брать-то? Товарищ инспектор, вот вы как человек здешний. Наверное, искали деньги. Сын работает на севере. Высылал им, собирался купить машину. Шурик, взгляни. Снялись, по-моему, в последний его приезд. Года полтора назад. Ладно, пойду обойду соседей. Простите. Люда, кто к нам в последнее время ходил, не знаете? Нет, не видела. Вашего мужа Борис не писал, они ведь дружили. Да отдельно, в общем, не писала, так иногда передавал привет. Ходили разговоры, будто он копит, Борис Петухов, деньги на машину. Не слышали? Ну, я слышала мельком. Но кому охота чужие деньги считать? Ну, правильно. Ну, вероятно, кому-то охота, судя по сегодняшним событиям. Спасибо, Люда. Шурик! О, мать! Ты... Ну, возьми, пожалуйста. Давай, помогу. Не работает это. Не работает. Не работает. Ой, Шурик, знаешь, тут, ну, ужас что, ты не представляешь. Представляю, мам, представляю. Ты не знаешь, у Петуховых, кроме Бориса, есть родня? У Анны Ивановны сестра в Москве. Да? И что про нее известно? Ну, что, зовут ее, кажется, да, Надежда Ивановна. Да. Фамилию не знаю. А вот что она замужем не была, знаю. Уже что-то. Ну. Подожди, мать, я сейчас зайду. А, ну, да. Тетя Кать, здрасте. Здрасте. Тетя Кать, это вы сказали участковому, что Петуховы будто нет дома? Я, Сашенька, я. Почему? А потому что они куда-то собирались. Не зря же машину-то вызывали. Точно знаете? Точно, милый. Но как же, я сама здесь вот пол подтирала, около порога. Да. Слышу, кто-то... По лестнице топает таким мужицким шагом. Да. Встал около петуховской двери, а у них радио играет. Ну, а видать, они не услыхали, он позвонил. Да. Тогда он, знаешь, стукнул раз три.
А потом он таким, знаешь, здоровенным голосом. Басом, что ли? Да нет, с хрипотцой. И говорит, такси вызывали? Так чего же вы не выходите, выходите? Мне стоять некогда. И кто из квартиры ответил, тетя Катя? Да не знаю. Мне тряпку надо было полоскать. Ну, спасибо, тетя Катя. Ага. А, смотри, Саня, опять у нас не работает. А вот тут лежали потерпевшие рядом. Форточку открыли бы? Да, товарищ майор, необходимо было проветрить. Газ я перекрыл краном на трубе, а плиту оставил как есть. Холодная. Скажите, а когда вы вошли, над молоком подымался пар? Нет. Я думаю, молоко давно убежало и залило горелку. Тут было не продохнуть уже. Мне нужна крышка от кастрюли. Вот она. Ага. Так, крышкой пользовались, изнутри осаждались пары. Павел Павлович, взгляни-ка. Под другой конфоркой тоже шлепки молочной пены. По-моему, дело было так. Молоко побежало, и кто-то из петуховых переставил его на холодную конфорку. Здесь оно немножко перелилось через край, вот видишь. Горелку погасили, а молоко накрыли крышкой. А потом тот, кому это понадобилось, поставил ее на старое место и до отказа отвернул газ. Похоже. Толя. Да? Кастрюлю и кран, пожалуйста. Получается, преступник пользовал как маскировку? Дескать, пока я делаю свое дело, у хозяев залило горелку, а я и ни при чем, да? Никаких следов. Стерты. Мать, дай, пожалуйста, попить. Ты что, молока хочешь? О, нет, с молоком у меня сегодня ассоциации, спасибо. С молоком ассоциации? Ну, а Серегин, если компот? Сейчас. Компот замечательный вам, давай. Записывай. Большая Сыромятническая, 34, квартира 16. Петухова Анна Ивановна. Нужно выяснить ее девичью фамилию. В Москве проживает ее сестра Надежда Ивановна. Надо ее быстренько разыскать. Действуй. На, пей компот без ассоциаций. Спасибо. Так, 200. Сейчас, мамочка. Бюро заказов такси? Добрый день, девушки. Соедините меня со старшей. Трудоемкий разгром. Я не вижу в этом разгроме момента остановки. Павел. Саша, ты уверен, что деньги они держали в квартире? Главное, что вор был уверен. Кое-что выплыло, встретимся на Петровке. Я уехал.
Алло, такси заказывали. Адрес какой, пожалуйста. Пошла к вам машина 4737, будет через 5 минут. Пожалуйста. Букет на приеме. Ну, счастливо. Букет на приеме. Вы Галина Сергеевна? Да. Это вам я звоню. Ага, ну присаживайтесь. Ну что, заказ на имя Петухова я нашла. Так. Он принят еще накануне. Вот. Можно? Да, пожалуйста. А выполнил его водитель машины 1302. Выполнил. Очень интересно. Каким образом? Ну что, у нас водитель на хорошем счету. Жалоб нет. Галина Сергеевна, необходимо с ним срочно переговорить. По возможности. Ну хорошо, я сейчас попробую его вызвать. Как его фамилия? Кирпичев. Спасибо. Кирпичев. Выполнил. Интересно. Вы всегда так разговариваете, Кирпичев? Я не девушка. Мы с вами не вальс танцуем. Чего ради улыбаться-то? А чего ради огрызаться? Ну, действительно, вчера с линии сняли, сегодня выходной, он кошки под хвост. Еще любезничай. Ладно, без любезности проживем. А как насчет откровенности? Я все рассказывал. Этому вашему. Старшему инспектору уголовного розыска. Ну, что, обратно по новой? Обратно. Пожалуйста. Подал машину, сели пассажиры, отвез, куда сказали, и поехал по следующему адресу. Сколько было пассажиров? Двое. Женщины, мужчины? Мужчины. Молодые? Средние. Багажник вы им открывали? Ну, не было у них вещей. Корзинка ерундовая и шампанское в газете. Где высадили? У метро где-то. Кажется, на Преображенке. Давайте попробуем сначала. Ну что, ну опять сначала. Да? Обязательно. Итак, вы подъехали к дому и остановились. Пассажиры вышли к вам сразу. За смену бывает до 20 выездов. Всех не упомнишь. Вообще, сразу выходить не хватает сознательности. Приедешь, торчишь. А сами не ходили поторопить? А что это на 5-й этаж попусть-то? Хм. Я вообще не имею права машину покидать. Откуда же вам известно, что квартира на 5-м этаже? А может, пассажиры сами упомянули про этаж? О чем они еще говорили? Не прислушивался. Странно. Запомнили только одну деталь. 5-й этаж. И больше совсем ничего. Почему? Еще говорили про клюкву. Клюква, говорят, раньше была обыкновенной, теперь стала развесистой. Нашли время и место для шуток, Кирпичев. Вы знаете, почему нас интересует рейс к Петуховым? Ну, что-то случилось там. Ваш приезд по времени совпадает с преступлением в их квартире. Ну, совпадает. Но я тут при чем? Почему таскают меня? Объясните. Потому что вы везли не Петуховых, вы везли преступников. Не написано на лбу у них, кто они. Мне сказали фамилию, я везу. Тогда еще раз сначала. Двое мужчин сели в машину и назвали фамилию, на которую сделан заказ. Так? Так. Диспетчер помнит, что не смогла дозвониться пассажирам и предупредить, что машина выслана. Вы говорите, у них не были. Откуда ж те двое могли знать, что именно Петуховых ждет у подъезда такси? А может, у хозяев спросили? Когда хозяев бьют по голове, с ними не ведут светской беседы о планах на вечер. Их насмерть? Поднимались вы к Петуховым? Нет. У таксистов обычно прекрасная профессиональная память, а прошло всего сутки. Опишите, пожалуйста, внешность ваших пассажиров. Мое дело за проезжей частью следить, а не пассажирами любоваться. Вот, пожалуйста. Только недолго. Понял. Анна Ивановна. Не узнаете?
Здравствуйте, Саша. Спасибо. Как самочувствие? Все болит. Анна Ивановна, что случилось? Афанасий Ильич пошел открывать. Потом слышу голоса. Выглянула. А он лежит. И дальше не помню. Но вы их разглядели? Сумели бы назвать приметы? Нет. Есть ли малейшее подозрение, кто? Нет. Анна Ивановна, деньги находились в квартире? Где они были спрятаны? Просто так. Лежали. Не понимаю, зачем такие деньги дома держали? Очень даже понятно. Психология. В сберегательной книжке разве что цифры. А ведь дома на них и поглядеть, и пощупать можно. Сестра с мужем, небось, молились на эти бумажки. Символ это для них был, я так представляю. Символ чего? Обеспеченность? Ну да. Что себе можно завести то, что у других увидишь. Барахольщики, правду сказать. Тут вот у меня куча рекламных объявлений. Вот-вот. Все суетились. На грош пятаков купить. И покупали? Случалось иногда. Ни одна из отмеченных вещей в квартире не обнаружена. Возможно, воры позарились. Какие из покупок вам памятны? Ерунда все. Ничего завидного. Но мне ведь могли и не показывать. Вкус у меня, знаете, другой. Я вот рыбок люблю, цветы. И Борюшку, любимого племянника, тоже к этому приучала. А характер откровенный. Только удовольствие испорчу. Подумать только о машине. И с чужими людьми делились. А мне ни словечко. Ну, в общем-то, сейчас это все не к месту. Лишь бы только поправились. Артём, что происходит? Со мной ничего особенного. Но это же неправда. Мы целую неделю не виделись. Раньше бы ты обзвонился. Работы много. Дела разные. Ты так со мной разговариваешь, будто я первая встречная. Будь ты первая встречная, я не попал бы сейчас между двух огней. У тебя что, другая женщина? В том-то и беда, что нет другой. И у нас все по-прежнему? По-прежнему? Теперь куда лучше. Все прекрасно и расчудесно. Артём, что случилось? Ну что отравляет наши отношения? Почему ты молчишь? А ты все говоришь, что может отравить наши отношения? Я? Ну? Прикусил язык-то. Я боялась. Но предпочла, чтобы я это Толя самолично выложил. Да нет. Нет, я не думала. Я надеялась, что он не станет. Да нет, ну правильно. Правильно. Прими все как есть, дядя Толя, угождай. Держись мою юбку и будем счастливы. Ну что ты на меня кричишь? Ты у меня единственный свет в окне. С вот любым, так сказать, абажуром. Артем. Ладно, кончим этот разговор. Thank you.
смешно вспомнить. Давно ли мучился, как свадьбу пройдет. Как своих стариков с дядей Толей за один стол посажу. Считал за большую проблему. Теперь такой переплет впереди. Не разводи слезы. На будущее побереги. Боюсь, пригодятся. Бежать бы мне от тебя куда-нибудь. Люблю. Вот еще, пожалуйста. Да, это они. Вот именно эта пара была у меня. Без молодого человека. И чем закончился визит? Формально мы не сошлись в цене. На самом же деле они покупать не собирались. Почему вы так думаете? Видите ли, я как коллекционер часто обмениваю, приобретаю, продаю. Постепенно научился различать людей. Так вот, эти люди не покупали, они смотрели. Просто так? Ради развлечения? Ну, назовем их, как вам сказать, ну, любознательными. Они хотели быть в курсе, где, что, почем. Так мне показалось. Возможно, я и ошибся. Здравствуйте. Добрый день. Подпишите, пожалуйста, внизу. Мой пропуск. Большое вам спасибо. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго. Контакты Петуховых? Да, серия пустых допросов. Что, Петухов-младший еще не прибыл? Пока нет. Паш, почему ты отпустил Кирпичева? Среди родных и знакомых Петуховых никто в грабители не годится. Петуховы никого постороннего в квартиру бы не пустили. Они даже водопроводчика умудрялись осматривать предварительно через цепочку. Слыхал. Что в больнице? Атан Ивановну проку чуть, а Петухов плох, разговоры запрещены. Ты зря отпустил шофера, Паша, как будто у нас навалом свидетелей. Пока он единственный, который может дать хоть какие-то приметы, хоть какой-то ключ. А он не желает. И тебя это устраивает. А что делать? Давай, Кирпичев, рассказывай. А что рассказывай? Понятия не имею. Ведь не он же грабил Петуховых, не он. Приехал туда по вызову. Совершенно случайно. Ну да, приехал случайно, но врет-то не случайно. Врет не случайно, но не ясно почему. Раз врет, значит, имеет причину. А в таком деле иметь причину врать, Паша, знаешь, ох, нехорошо. Чтоб всерьез браться за Кирпичева, подозрений мало. Надо больше. И конкретно? Чего твоя душенька желает, чтобы допросить так уже с полным комфортом? Не тебя учить. Прошлое Кирпичева, настоящее, круг приятелей. Привет. Привет, Зиночка. Ну, как дела? Судя по лицам, дело буксует. Подсыплешь песочку под колеса? Да нет, материалы осмотра вот практически ничего не дали. Могу только предположить, что ход с молоком – импровизация. А вообще, если задумано заранее, то замысел хитрый, а исполнение неряшливое. Поиски денег в квартире велись примитивно. Да. После опытного вора картина другая. Угу. Но вместе с тем следов они тебе не оставили. Нет. Паш, надо сесть и подумать. Вот подумайте, подумайте, а я к вам пришла по личному поводу. Павел Павлович. Да. Это Петухов, да? Да. Ага. А мы с Юрой приглашаем вас в гости. Мне надоело, что вы толком не знакомы. Ну, Зиночка, почему не знакомы? На свадьбе я честно кричал, горько. Ну, когда это было? Ну, не так давно, тем не менее, тогда и сейчас наше сердце обливалось кровью. Да-да, Павел Павлович? Когда являться? Ровно в 8. Здравствуйте. 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 Мне вот к следователю Знаменскому. Все правильно. Павел, мы ушли. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Фамилия? Буркова я. Так, Инна Григорьевна, я пригласил вас побеседовать по делу бывших ваших соседей Петуховых. По делу Петуховых? Ну, это зря. Какое же на них может быть дело?
Ой, что вы? Не знаю, что происходит, Зинуля. Замуж вышла, шапочки вяжут. Ну, ничего. Я вам тоже свяжу, да? Здравствуйте. Вас там ждут, экспертиза готова. Значит, договорились. Здравствуйте. Добрый день. О, Данила. Ты автобазами занимаешься? Я. Вот ты-то мне и нужен. Пойдем. Есть один шофер. Кирпичок. Ой, прям не верится. Недели не прошло, как встретились. Лет 5 не виделись, а тут прямо нос к носу в гастрономии у Курского. И где в винном отделе. Я как раз водку для компресса брала, а Анна Ивановна шампанское брала. Значит, Петухова взяла бутылку шампанского? Да, для сослуживца Афанасия Ильича в подарок. В воскресенье как раз на юбилей должны были идти. А что еще она рассказывала? Про сына много рассказывала. Курсы заочно кончил. На севере работает начальником. Заботливый стал. Посылки все время посылает. То варежки на оленьем меху, то эту рыбу вяленую. Недавно вот со специальным человеком корзину с клюквой отправил. А не помните дословно, корзину или корзиночку? Вот, пожалуй, среднее. Корзинку. Средняя. Извините, что перебил. Ну и потом про эти несчастные деньги говорила. Борис, что рубль, что копейка, все по ветру готов пустить. Поэтому домой переводит. А мы в заветную шкатулочку складываем. Как, говорит, на машину накопит, вернется. Кто-нибудь из окружающих мог это слышать? Батюшки, в очереди. Конечно, могли слышать. А приятный муж, Зин. Да, возразить нечего. Умница, спортсмен, слушай, без 5 минут доктор наук. Ты чего? Чего? А, вероятно, наверное, завидую немного семейное дело. А кто ж тебе велит ходить бабулем? Да никто не велит. Захочу, будет вагон невест. Ладно. Нужна одна, Саша, на вагоне ладно, не женишься. Ладно, хватит сентиментальности. Завтра встречаюсь с самой разговорчивой соседкой в доме Кирпичева. Буду предлагать, она мечтает обменять квартиру, я буду предлагать ей варианты. Угу. Твой троллейбус. Ну, будь здоров. Будь здоров. Петуховых свет. Сашка, здорово. Привет, Борис. Проходи, раздевайся. Спасибо, с приездом. Спасибо. Извини, руку не подаю в земле. Почему в земле? Ты что делаешь? Чего? Убираюсь, чего? Только приехал. Цветок вот пересаживаю. Загнется, наверное. За каким лешим было горшок-то разбивать? И вообще, видал, что натворили? Сволота. Видел, Боря, видел. Как инспектор угрозыска видел. Ах, вот как. Ну, тогда, может, ты мне объяснишь, что здесь тряслось? А то звонил тетке, несет какую-то ахинею, я половину не понял. Я сам не все понимаю, Борис, поэтому спрашивать лучше буду я. Скажи, родители писали регулярно? Ну? А в последних письмах не проскальзывали тревожные нотки? Но они никого не опасались. Новых знакомых не упоминали. А сами старики-то что говорят? Да почти ничего пока. Боря, ау. Какую шкатулочку мать могла называть заветной? Да вон она, одна и есть. Всегда на серванте стоит. А что в ней хранили? Да так, барахло разное. Если деньги были в шкатулке, ясно тогда, зачем же крушить все вокруг. Ты про что? Да понимаешь, непонятно, нашли они те деньги, что ты присылал, или нет?
Да? Ну да. Родители говорили, что держали их дома, но где? А что они еще рассказывали? Ну, рассказывали, что ты собираешь деньги на машину, деньги хранятся у них, что ты почти накопил, когда приедешь, купишь. Да, заварилась каша, круче некуда. Борис, доехала до них твоя клюква? Да какая разница, доехала, не доехала. Надо же, и про клюкву известно. Боря, это очень важно. Как ты ее упаковал, с кем отправил? Ну как, обыкновенно. Насыпал в лукошко, обвязал мешковиной. Ну там у нас один ханурик увольнялся. Ну я с ним и отправил, должен бы доехать. Ты понимаешь, в квартире не нашли ни одной ягодки, а лукошко сразу не съешь. Вот прицепился ты к этой клюкве. Грабители вынесли из дома корзинку. Ты что, сдурел, что ли? Что они, на клюкву, что ли, позарились? Борис, я просто думаю, что кто принес, тот и вынес, чтобы следов не оставлять. Он? Обрисуй, что за личность. Прикинем. Да в Хабарове обрисовывать-то нечего. Одним словом, ханурик. Кто там еще? Я к Борису Афанасьевичу. Свет, свет, свет. Куда же это я прибыл? Туды или обратно? Туды, туды. Нет, Борис Афанасьевич, я поехал, а ты остался. А кому же я тогда клюкву-то вез? Познакомься, пожалуйста, с товарищем Хабаровым. Очень приятно, Пантелей. Привет. Больше у тебя на подозрении никого нет? Так значит, эта корзинка в руках грабителей была как бы паролем. Да, знали мастера, на что купить Петуховых. Да, ну а как они могли знать, что кто-то должен привезти клюкву? Достаточно было, стоя в очереди, услышать беседу двух женщин. Да, раз Анна Ивановна откровенничала по очередям, то разыскивать всех слышавших это бессмысленно. Правильно, Павел? Конечно. Значит, снимаем с повестки дня. Тем более, что есть небезынтересные новости. А Кирпичеве. И молчишь? Шутка обожает неожиданные эффекты. Невинная слабость. Буду объективен. В прошлом Кирпичева ничего криминального нет, и окружающие отзываются о нем с большой симпатией. Но, еще раз но, этот Кирпичев проживает в одном дворе с неким Санатюком. А с... Здравствуйте. Вот мы просили объяснения. А, да, да, да. Он у тебя еще? Да. Пусть подождет. Хорошо. Так вот этот Санатюк фигура отменная. В прошлом несколько серьезных судимостей. Вот такое до смерти волк. И есть подозрение, что к нему до сих пор ходят советоваться. У кого взять, как взять. Дальше больше. Племянница Санатюка работает в почтовом отделении. Занимается денежными переводами. Тянули это голова. Занимается денежными переводами. А это отделение обслуживает в частности и наш дом. Как это вам? И через нее проходили все переводы от сына Петуховых. Естественно, Павел. Как ее зовут? Варя. Так вот эту Варю Санатюк с полгода уже встречают под ручку с Кирпичевым. Теперь тебе достаточно? Спасибо. Встаньте, пожалуйста, на то самое место. Вот тут. Только тряпка у меня была в руках. Тряпку не обязательно. Попрошу понятых. Так, сейчас несколько человек поднимутся по лестнице и у дверей Петуховых произнесут фразу, которая вам запомнилась. Угу. Если узнаете чей-то голос, скажете. Ну, а почему же не сказать? Обязательно скажу. Начинаем. Тихо теперь. Попрошу первого. Такси заказывали? А чего же не выходите? Выходите скорее, мне стоять некогда. Попрошу второго. Такси заказывали?
На чего ж не выходите? Выходите скорее, мне стоять некогда. Прошу третьего. Такси заказывали? Ну чего не выходите? Выходите скорее, мне стоять некогда. Точно он. И ходьба его, и повадка его. Спасибо, Екатерина Андреевна. Все? Ой, прям дышать боялся. Остались формальности. Поднимитесь, пожалуйста, все к нам. Прошу мужчину, участвовавшего в опознании третьим, назвать себя. Ну, я. Ваша фамилия? Будто забыли. Должны слышать все присутствующие. Ну, Кирпичев. Всю дорогу молчали. Что надумали? Ничего особенного. Думаете, много доказали своим опознанием по голосу? Во всяком случае, одно. К двери Петуховых мы подходили и разговаривали с теми, кто внутри. Хотя категорически отрицали это. Вопрос, почему? Чтобы не путали меня в эту историю. А человека не запутаешь, если сам не запутается. А чего я сделал, а? Поднялся на пятый этаж. Уже замаран? Не тем вы замараны, что поднялись на этаж, а тем, что скрыли это. И продолжаете скрывать многое другое. На вашем стуле сидя, пора привыкнуть, что люди врут. Привыкнуть трудно, да и нельзя, начнет казаться, что все врут. Я много думал о вас, Кирпичев. Что надумали-то? Довольно любопытную, знаете, штуку. Не в том ли корень вашего вранья, что тех двоих вы высадили около собственного дома? Это ерунда какая-то. Ну, вы скажите, что еще и чай пригласил к себе пить домой. Вы думаете? Я не выдумывал, Кирпичев. Я думал, анализировал, сопоставлял. И ясно вижу, что не ошибся. Откуда ясно? Из вашей реакции. Ну, это когда врасплох подобную глупость, так поневоле челюсть отвисит. Могу вкратце изложить ход мысли. Ну, послушаю. Так вот, Кирпичев открещивается от двух пассажиров, опасаясь угодить в историю. Но он же понимает, что никто не обвинит шофера, если пассажиры случайно оказались преступниками. Значит, думал я, есть обстоятельство, которое может поставить под сомнение непричастность Кирпичева. Это обстоятельство и требуется утаить. Тогда я стал перебирать наш первый разговор, и мне отчетливо вспомнился один момент. На вопрос, где пассажиры сошли, Кирпичев ответил чуть старательнее, чуть поспешнее, и весь внутренне напрягся. Видно, тут и была главная ложь. Ну, и дальше? Дальше. Кирпичев боится, думал я. Но кого? Меня? Ну, а чего они вас боятся? Я не сделал ничего. Верно. Когда меня боятся, это неприятно, и я это сразу чувствую. Значит, кого-то другого. Кого? Тех пассажиров? Что ж, Кирпичев вполне мог понять, что они за птицы, и струхнуть. Конечно. На щитке номер машины, фамилия. Но вы не робкого десятка. В декабре у вас хулиганы отказались платить, а вы всех троих доставили в милицию и не беспокоились, что они запомнили фамилию. Возможно, в этот раз вам убедительно пригрозили. И отсюда страх. Но опять же, он чем-то не тот. Прямо лекция. Что такое страх и с чем его едят? Уж что на моем стуле сидя вырабатывается, так это чутье на ложь и страх. Могу, например, с уверенностью сказать, что страх ваш сегодняшний. А сегодня вам те двое не опасны. Ведь они узнают, кто их выдал, когда уже сами попадутся. То есть будут под замком. Итак, вывод. Вы боитесь ни меня и ни их. Есть обстоятельства, которые вам нужно утаить. Вам важно скрыть конечную точку маршрута. Чем все объяснить и увязать? Одной фамилии. Санатюк. Если вы догадались, что шеф грабителей Санатюк, это реальная ежедневная угроза. Санатюк мигом расставил все по своим местам, и я увидел круг, в котором вы мечетесь, отбиваясь от моих вопросов.
Ну вот, я за вас все рассказал, а вы скрывали и даже лгали. И с точки зрения юридической вы сейчас на грани соучастия. А продолжая запираться, подготовить себе до того неблаговидную роль на суде, что... Доброе у вас сердце. Послушайте, Кирпичев, доброе сердце, это что, стыдно или смешно? Нет, ну извините. Ну ладно, одного меня судить не будут. А те еще... Да кто же вам пообещал, что их не задержат без ваших показаний? Загляните чуть-чуть вперед. Предположим, Санатюк знает, что вы везли его подшефных. Мы начнем беспокоиться Санатюка, а вы что же? Приметесь его убеждать, что вы их не выдавали? И вы думаете, он вам поверит? Еще заглянем чуть-чуть вперед. Они со зла заявят, что сунули шоферу 50 тысяч, и он морочил мне голову по их наущению. И это уже называется пособничество. А шофер молчит. Ну а что, тут, как хоть говори, хоть молчи, ничего хорошего в любом случае. Ведь у вас теперь, к моим словам, все равно веры нет. Будет искренность, будет и вера. Те крупинки правды, которые вы обронили в прошлый раз, и тоже сослужили службу. В прошлый раз? Да, нашлась, например, корзинка и очень оказалась к месту. И разговоры про клюкву, и даже бутылка шампанского нашлась, зная, что куплена в магазине у Курского вокзала. Так, ну а если я вот такую несуразицу скажу, что они вместо чаевых по счетчику полтинник не доплатили? Поверите? Оставить шоферу подобную памятку? Чушь? А, вот. Хотя, не исключено, что поверю, Кирпичев. Но это уже другой угол зрения на все дело. И есть еще Варя Санатюк. Товарищ майор, давайте это кончим на сегодня разговор этот. Ты не сердишься на нас? Чего уж теперь. Лежи, выздоравливай. А про деньги эти, которые в шкатулке лежали... Молчи, молчи. Наговоришься еще, когда допрашивать будут. А про деньги эти голову не ломай. Были сплыли, и наплевать. Новые наживем. Я так и отцу скажу. Поняла? Поняла ты меня? Поняла. Спасибо тебе, Борюшка. Спасибо. Вот постановление, санкции прокурора имеется. Меня интересуют все документы, относящиеся к денежным переводам на фамилию Петуховых. Даты, суммы и через чьи руки каждый перевод проходил. Хм. Трудоемко. Ну, а если ограничиться последним годом? День-два. Отлично. Надеюсь на вас. И еще просьба. Подскажите, кто может охарактеризовать сотрудницу одного из ваших отделений, Варвару Владимировну Санатюк? Отец в перепугу ничего не разобрал. Тот помнит корзинку и что рожи разбойничьи. Мне он тоже описал их неопределенно. А Томин, значит, до майора дослужился, да? Как люди меняются. Вам, небось, уж донесли, какой я был оболтус. Тем больше чести вам теперь. А все север. Суровая кузница характеров. Простите за любопытство. Вы туда и отправились с намерением перековаться? Да нет, честно говоря. Подальше от стариков. Надоели. Ну, а потом засосало. То есть, я хотел сказать, увлекло. Ясно, ясно. Думаете, за длинным рублем? С точки зрения юридической, длина рубля измерению не подлежит, был бы честно заработан. На честные рубли от чего и машину не купить. Машина хорошо. Да, человек предполагает, а вор располагает. Погодите, крест ставить. Возьмем воров, вернутся и деньги. Кстати, вот образец искового заявления.
Напишите прямо сейчас. И что будет? Вас признают гражданским истцом. Вы, конечно, не обижаетесь, но, по-моему, это все туфта. Я понимаю, с точки зрения полярного бывалого волка мы тут хлебковаты. Ну уж, полярный волк. Хотя, конечно, хлебнул, чего в столице не хлебают. А может, действительно, махнуть заявление? По закону полагается. Что вас смущает? Да вот, какую сумму писать? Я не знаю, сколько старики истратили. Надо бы их спросить. А то документ все-таки цифрами, прописью. Да и откуда вы возьмете, с кого взыскивать? А откуда мы берем всех, кого задерживаем? Тем паче с вашим приездом это будет легче сделать. Вам, Борис Афанасьевич, известно многое. Странные намеки. Превратно меня поняли. Вы знаете жизнь родителей, как никто другой, а для следствия подчас ничтожная деталь важнее важного. А, да нет, за 1000 километров плохо видно. Скорее нужно у тетки спрашивать. С Надеждой Ивановной мы беседовали, и оба удивлялись. От нее зачем-то скрывали все, что касалось ваших финансовых планов и дел. Да? А, то-то я ей звоню, она чудная какая-то. Надо съездить, чтобы не обижалась. Пойду я, а? Добро. Идите. Понадоблюсь. Всегда под рукой. До скорого. Томина, пожалуйста. В буфете? Спасибо. Не торопись, Наташа. Нет, нет, берите. Две сосиски и стаканчик сока. Не маловато для мужчины? Держу форму. Прекрасно. Я не могу вот... Привет, Павел. Тебе взять что-нибудь? Нет, я перекусил. Я по делу. Слушай, что за личность этот Петухов? Может быть, дай что-нибудь проглотить? Успеешь, ответь. Ну что, был летяй, лентяй, был хвостун. Поигрывал в картишки, хулиганил по мелочи. Во дворе верховодил. Что еще? Гордо носил прозвище Петух. Дважды был исключен из школы. Но все это было 12 лет назад. Потом он канул куда-то и вот объявился где-то на севере. В роли преуспевающего труженика. Но метаморфоза произошла вне поля моего зрения. Уверен, что произошла. Павел, мы теряем время. У тебя на Петухове заскок. Моментами он как-то странно ежится. Пусть себе ежится. Кирпичева надо раскачивать. Кирпичева. До его следующего допроса я должен дозреть. Ты дозреть до допроса Кирпичева? Да. Может возникнуть дилемма. То ли ему верить, то ли Петухову. Нельзя ли подохочее? Не рискую пока. Вертится одна мыслишка. И долго и вертец? Слушай, Хабаров еще не отбыл? Павел Павлович, для каких целей нам потребовался Хабаров нынче? Брожу вечером, подумаю. Подумай.
Вы не скажете, где 589-й номер? Сейчас направо и в конце коридора налево. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Давайте с вами немного побеседуем об одном близком для вас человеке. Снова. Пора бы уж оставить его в покое. Старый, больной, теперь-то он кому мешает? Старый, да, но вот безвредный. Конечно. А если я скажу, что Санатюк до сих пор активно действует в уголовной сфере? Да что вы. Ну, посудите сами, зачем ему это нужно-то в его возрасте? Все, что он мог, он уже и выпил, и съел, и прогулял. Ему больше ничего не нужно. Вряд ли совсем ничего. Думаю, Санатюку не чужда, например, властность, желание быть сильной фигурой в своей среде. И при его прошлом трудно примириться, что нет настоящего. Так или иначе, сложа руки, он не сидит. Да нет, этого не может быть. Варвара Владимировна, я вас позвал не для споров о Санатюке. Сказав «близкий человек», я подразумевал Кирпичева. А что с ним? Разговор имеет смысл лишь при единственном условии, что Кирпичев по-настоящему дорог вам. Если нет, не стоит терять время. Говорите. Кирпичев объективно оказался причастным к тяжкому преступлению. Он? Да нет. Да нет, этого не может быть. Нет, нет. Вероятно, по случайному стечению обстоятельств. Тем не менее, складывается цепь улик, которые предполагают пособничество. Когда все это произошло? Преступление было совершено в прошлое воскресенье, среди дня. В понедельник мы встречались с Кирпичевым первый раз, в пятницу вторично. А что он сделал? Не так страшно, что сделал, как то, что дает ложные показания. Какая же цель моего допроса? Чтобы я уговорила покаяться? Разве это допрос? Я что-нибудь выпытываю? Вы спрашиваете, я отвечаю. Но вы не спросили главного. Почему Кирпичев молчит на следствии? Почему? Потому что боится мести Санатюка. При чем тут дядя Толь? У вас идиллическое представление о вашем родственнике, Варвара Владимировна. Организатором и, видимо, наводчиком в деле был он. Если это правда, не понимаю, глупок какой-то. Ну, если это действительно так, то Артем, да Артем не может его бояться. Крепко боится. Нет, нет. Тут что-то не то, тут... Что-то связанное с вами, да? Неужели он ни словом не обмолвился? Да нет. Ну, говорили. И про дядю Толю говорили, но совсем про другое. Или может быть... Боже, тогда это ужасно. Простите, но мне немедленно надо видеть Артема. Желаю вам успеха. А это преступление, что там произошло? Ограбление квартиры, хозяева пострадали, оба в больнице. Thank you.
Артем, я с Петровки. Что с тобой случилось? Ты участвовал? Нет. А дядя Толя? Санутюка предпочитаю не обсуждать. Послушай, речь идет о нашей судьбе. Что ты хочешь? Что тебе выложил дядя Толя? По-моему, в прошлый раз мы друг друга поняли. Нет, не поняли. Он сказал, чтобы я шел в подручные к нему. Так. Или чтобы отваливал, если жизнь дорога. А я-то решила, что он тебе рассказал о моем бывшем муже, чтобы нас поссорить. Я тебя скрывала, боялась прошлое ворошить. Ну, рассказывай. Рассказывай все, чтобы я наконец понял. Дядю Толю я помню лет с 5. Отец умер, мать заболела. И вот тогда он к нам явился. Отсидел срок. Он приходил к нам часто. Иногда с женщинами. Меня стал звать дочкой. А мать рожит тёлкой. Как увидит у меня дыру на чулке. Мать получала за трещину. Она была малограмотная. Фактически он нас содержал. Мэтт, ты знал, на какие деньги? Да тогда вряд ли. Он официально где-то числился. Потом дядю Толю арестовали. Он попал под амнистию и вернулся. Клялся, что невиновен. Все пошло по-прежнему до следующего ареста. Последний раз он исчез надолго. Когда вернулся, у меня уже был Володя. Хороший парень. Санасюк свалился, как снег на голову. Был свидетелем в ЗАГСе. Я, дура набитая, постеснялась сразу рассказать Володе. А дядя Толя как-то очень быстро его опутал и втянул в уголовщину. Да? Скотина. И Володю посадили. Я его ждала, очень ждала. Сделала из этого цель жизни. Вот думала, вернется, я помогу ему встать на ноги и искуплю свою вину. С дядей Толей за 5 лет слова не сказала. Он не вернулся? Вернулся. Только моего искупления Володе не требовалось. Нечего, говорит, разводить антимонии. Фиалками от тебя все равно пахнуть не может, так как дядя Толя воспитывалась. Нечего себя насиловать, я тебя и такую люблю. Вот тут все разом и кончилось. Дала на развод. Понимаешь? Ему было все равно, порядочная я или нет. А потом мама умерла. Я осталась совсем одна. Дядя Толя пытался сватать за своих. Чего он добивался-то? А он любил меня и не хотел от себя отпускать. А я все верила, что он покончил с прошлым. Дурацкая бабья жалость. Немощная, одинокая. Он тебя всю жизнь... Повторяется.
Артем! Жди. Счастливого пути в теплые края. Мы так с вами обыкновенно побалакали, вроде на завалинке. А я-то робел. Ну, чересчур заведили серьезное. И вины за собой не чуешь, а все остерегаешься. Ну, счастливо оставаться. До свидания. Саша, мне бы сейчас Петухова. Ну, не ворчи, действительно нужен. Звонил, дома нет. Войдите. Извини. Здрасте. Здравствуйте, Кирпичев. Саша, а за Хабарова тебе большое спасибо. Будь здоров. Прошу вас. Беру протокол допроса. Ага. Так, анкетные данные в деле имеются. Готов? Ну, по порядку, да? Как хотите. Санасюк мне уже грозил насчет Варии. Но я не очень-то его боялся. На меня те двое страху нагнали. Чем? А тем, что сами боялись. Один говорит, может, мотанем от греха? А другой, ты соображаешь, то говоришь. Сам... Шкуру спустит, если не явимся. Ну, ругались, тряслись, а ехали. А почему тряслись? Ну, видно, там у них что-то не так получилось. Насчет клюквы проходились. Но, правда, не понял, что. Мне это понятно. Да. А когда вы догадались, кто этот сам? А насчет Сунутика это я понял уже в конце разговора. Один говорит, надо с нашим любителем леденцов перемолвиться. Ну, у меня тут как обухом по голове. Этот старик, он всю жизнь эти леденчики сосет, только губами хлопает. Ну, думаю, вляпался, судьба. А главное... Главное, Варя промежду нами, ну, как связывает. Вот. А тут я еще их сделал к нему везу. Кто подумает, что чистое совпадение? Адрес они вам назвали при посадке? Нет. Гони, говорят, на Преображенку, там покажем. Потом крутили направо, налево, вперед, назад. Путали? Ну да. Но я там вырос, мне даже каждый переулок знаком. Но остановились в тупичке. Вот он, говорит, дом с балконом. Вышли, закуривают, ждут, чтобы я отваливал. Но я-то знаю, что этот дом не тот. Санатюк живет в старом, а это новостройка. Вот. Ну, мотанул там я вокруг квартала, стал между двух корпусов, а там как раз палочка такая, прием стеклотары. Ну, жду. И нужный подъезд прямо на ладони. Жду. Гляжу, рысят, кепочки надвинули прямо в нужный подъезд. Куда я их ждал? Опишите их. Значит, этот, который сзади сидел, он такой, значит, худой, высокий, улыбка злая такая. Вот. А второй толстый, мордатый, глаза круглые и чешется все время, как будто год не мылся. Как они друг к другу обращались? Да никак. Ты да ты. Рад видеть вас, Кирпичев. Здравствуйте. Здравствуйте, Петухов. Взгляни. О, читается с интересом. Главное, приметы выразительные. Павел Павлович, у нас подготовлены некоторые материалы по связям Санатюка. Собралась небольшая портретная галерея. Попробуем? Ну что ж, идите. А мы пока побеседуем. Идите. Пойдемте, Кирпичев, покажу вам несколько персонажей. Пошли, проходите. А Сашка лихо на меня вышел, а? Ловок. Вы тоже ловки, Борис Афанасьевич. Все мне комплименты. Это не комплимент, это обвинение. Обвинение? А в чем же? Во лжи. Простите, Павел Павлович, кажется? Да, Павел Павлович. И, кстати, не Сашка, а Александр Николаевич Томин. По крайней мере, в этих стенах. Да,
Слушаю. Нет, лучше завтра. Как родители, Борис Афанасьевич? Понемножку оживает. Придется их подробно допрашивать в ближайшие дни. Я подготовил. Догадываюсь. А искового заявления часом не писали? Ну, вообще-то, написал. Не знаю, вот, все ли по форме. О, даже так. Ну что ж, будем подшивать к делу. Смотрите, подшить ведь недолго. Ну, вам виднее. Вот когда нас прервал телефонный звонок, мы беседовали о лжи. Да, что-то странное. Хотите, чтобы я назвал вещи своими именами? Прозвучит довольно неприятно, Борис Афанасьевич. Да чего вы ко мне переменились? Вот и заявление, то сами велели. Что, отчаялись деньги найти? Где мы их, интересно, найдем, если вора не нашли? И как же теперь будет? Надеюсь, вполне банально. Преступники будут задержаны, изобличены и переданы в руки правосудия. И что, уже на след напали? Да, напали на след. И что, на суде все всплывет? Что посеешь, то и пожнешь, Борис Афанасьевич. Ложь дает очень злые всходы. Извините, Петухов, я должен закончить допрос свидетеля. Мы с вами на днях потолкуем по душам. До свидания. До свидания. До свидания, Александр Николаевич. Будь здоров. Ну? Один есть. Ну да, это который сзади сидел. Кличут просто и скромно, Николай Петров. Около года как и заключение, прописан в Туле. Сейчас наши туда звонят. Так, давайте Кирпичев теперь с самого начала. Поднялся на этаж. Звоню, не открывают. Ну, думал, за музыкой не слышит. Постучал кулаком. И чувствую, по ту сторону кто-то есть. Но молчат, посапывают. А когда же они отозвались? А это когда про такси сказал. Гур-гур по-тихому, а потом мне валяй, говорит, шеф, к машине, сейчас спускаемся. Поняли, что посторонним, мол, хозяев не знает. Ну да. Сели, едем. Ну и зло берет. Везут двух лбов, неизвестно куда. Вот. А потом еще времени в обрез, следующий заказ догорит. Ну а главное, стал понимать, что дело-то нечистое. Стоп. Почему? Черт, ну как, ну общее впечатление. Дальше? Ну дальше что, махнул на красный, жду свистка, свистка нет. Превышаю скорость, опять ничего. Хотели, чтобы задержали? Ну да, думал, выложу инспектору, пускай там решают. Вот. А толстый уставился на меня, говорит, ты что, шеф, сдурел так недолго и прав лишиться? Это я к тому, что они между собой перебранивались, а он все замечал. Шофер он. Шофер. Простой пассажир не заметит. Шофер профессионал? Профессионал. Выражения у него такие... А слова, которые вас напугали, перемолвиться с любителем леденцов, в какой связи были сказаны? А это значит, на этой самой, на, ну, как и, на Краснопрудной, то худой сбегал за водкой, а я стал букет вызывать, ну, чтобы отказаться от следующего заказа. Ну, а кнопку вызова заел, то контачит, то не контачит. И вот. Ну, и толстый спрашивает, а что, говорит, шеф, будешь делать, если техника откажет? Ну, там, трубку разобьешь или еще что. Ну, и вообще стал говорить про нашу работу, какие порядки на заказных машинах, там, что да как. И только я кончил с букетом, слышу. Надо с нашим любителем леденцов перемолвиться. А что вы ответили на вопрос о трубке? Ну, ответил, что смену могу и так доработать, без рации. Главный план. Теперь, кажется, все. До свидания. Подождите, Кирпичев. Что-то вас еще беспокоит.
Да не хочу, чтобы Варю таскали в свидетели против Санутюка. Ей без того хватает. Если только неофициально. Хорошо. Пусть будет неофициально. Дня через три после того, как их вез, Варя пришла к дяде Толе, там мордатый. Она его знает? Нет, но, как описывает, спутать трудно. Они между собой, она там по хозяйству, то на кухню выйдет, то что, особого внимания не обращала. Я слышала обрывки, болтали про какую-то поездку. Главное, мол, чтобы человек хороший попался и насчет багажника не промахнулся. Потом про телефон, когда, дескать, в эфире помехи, то голос узнать невозможно. Артем Степанович, как Санатюк называл своего собеседника? Ну, она не помнит, мало что запомнила. Ну, вот, например, слова. Один цветочек из букета выдернем. Хорошо она не поняла. Ну, и ясно, о каком букете речь и кого собирается выдернуть. Артем Степанович, ведь ваши пассажиры не догадываются, что вы их подозреваете. Да я ошибку допустил, а не мне он. Трешку с мелочью сунули, как будто так и надо. У меня одно было, но умел успеть их выследить. Но они могут спохватиться. Полтинник не доплатили, а шофер смолчал, как миленький. Боюсь, обойдется мне этот полтинник. Мы с Варей на вашей совести. Не тревожьтесь, Артем Степанович. До свидания. До свидания. До свидания, Артем Степанович. До свидания. До свидания. При любимой племяннице обсуждать подобные планы, ну пусть даже в замаскированной форме, а, Шурик? Можно бы сказать, маловероятно. Но тексты очень подозрительные. Нет, им сейчас не до Кирпичева. Дело в том, что история ограбления Петуховых выглядит иначе, чем нам представлялось. Ожидаемых тысяч преступники не обнаружили. Нет? Нет. Их не было и нету. Вообще нет? Да, Зиночка, вообще. Потому Кирпичёвы и не доплатили 50 копеек, едва хватило на водку. Ты обратил внимание, что в юридических документах не встречается слово «общеизвестно». Пишется иначе. По делу установлено. А по делу Петуховых существование денег установлено не было. О них было известно. И это наверняка? Абсолютно. Петухов уже забрал исковое заявление. А вот справка с почты по поводу знаменитых переводов. Полюбуйтесь. Ну и ну. 20 рублей, 15, 25. Родители отправляли Борису. Все наоборот. Да, все наоборот. Шурик, что же ты их не раскусил, а? Даже предположить не мог. Да, если бы мы начинали на пустом месте, то над каждым словом ставили бы вопросительный знак. А так приняли на веру миф о деньгах, о машине, о Петухове, большом полярном начальнике. А Хабаров просто чудесно мне расписал тамошнее житье Бориса Афанасьевича. Мелкая сошка, почти на побегушках. Но сами-то Петуховы, а? Ведь не молодые уже люди, и вдруг... Ну что ж такое-то, Павел Павлович? Неутоленная жажда приобретательства. Хотелось иметь все на свете, а средств не хватало. Сделали себе замену, как будто покупали, как будто могли иметь. Смысл жизни держать фасон на публике. Да? Здесь. Саш, тебя. Слушаю, Томин. Ага, спасибо. Николай Петров, судим за квартирную кражу. 2 недели назад покинул Тулу. И столкнулся здесь с неким толстым шофером. Саш, почему интерес к заказным такси? Погоди. Толстый шофер, лет 45. Склонен к одышке. Лицо, глаза на нос дернуты. Толстый шофер, лет 45. Интерес к радиотелефону. Лицо круглое, добродушное, склонен к одышке. Степан Ильич, Томин говорит, несколько месяцев назад нам передали материал по поводу одного проходимца, работавшего под таксиста. Да-да-да, потом заглохло. Так вот, Степан Ильич, срочно необходимы его приметы. Жду. Люди заказывали такси, ну, чтобы ехать на вокзал или в аэропорт.
Минут за 15 до срока появлялся человек и сообщал, что такси попало в аварию. И что водитель, его приятель, уговорил его подвезти клиентов, чтобы не подводить, на своей машине. Люди благодарили, грузились и отъезжали. А через несколько минут приходило следом буквально заказное такси. Ну, а как удавалось перехватывать заказы, а? Ну, подозревали наводчика среди таксистов. Да! Так. Спасибо огромное, Степан Ильич. Приметы совпадают. Итак, один воровал, другой колымил за баранкой. Потом в квартире Петуховых был перейден роковой рубеж. Сделали ставку на большой куш. Куш сорвался, наверняка остервенились. Прошло 6 дней, первый страх схлынул. Аппетит снова разгорелся. Что предпринять? Выдернуть цветок из букета, угнать радиофицированное такси. Далее, благо при помехах голоса узнать нельзя, перехватить несколько рейсов с денежными пассажирами. Ну и выбрать такого, которого можно не довезти. Как это? Главное, чтобы человек попался хороший и с багажником не промахнуться. Но заказывая такси, человек не сообщает, что с ним чемодан денег. Зинуля, зачастую нетрудно догадаться. Ну не знаю, к примеру, кто-то просит увезти его рано утром в понедельник из гостиницы Центрального рынка. Наверняка не с пустыми руками. Ну, сумели угнать машину, пока водитель, скажем, обедал. Ну, даже сменили номер. Но ведь шофер поднимет тревогу. Если режиссируется натюк, такой возможности, боюсь, шоферу не предоставят. И все-таки опасно поддаться единственной версии, Саша. Еще опаснее не принять ее всерьез. Сестрица, да. Вот передайте, пожалуйста, а? Здесь палата указана. А, знаю. Мы ее жалеем все. Вы разве не зайдете повидать? Нет. Некогда. Я ей все объяснил, она поймет. Ну, что делать? Типичный конфликт лично с общественным. Вводится в строй громадный новый комплекс. Без меня все застопорится. Некогда. Букет вызывает все машины на линии. Букет вызывает все машины на линии. Товарищи, напоминаю, управление Мосавтоэлектранса производит статистический учет перевозок, производимых радиоофицированными машинами. Просьба сообщать дальность ездок, количество пассажиров и наличие багажа. Водители, не имеющие заказов, должны при каждой посадке извещать нас о предстоящем маршруте. Товарищи, данному мероприятию придается важное значение. Так что уж вы не подводите букет. Очень хорошо, Галинка. Знаете, одного из наших вот в декабре покалечили, он до сих пор в больнице лежит, Миша Ермолаев. Да и взяли-то неполную выручку, Александр Николаевич. Может быть, можно сообщить водителям, ну, я не знаю, ну, приметы какие-то. Галина Сергеевна, ну, к сожалению, никак нельзя. Мы постараемся обеспечить безопасность всех людей на линии. Я понимаю, но ведь одновременно на линии сотни наших машин. Ну, замечательно, сотни пусть тихо и мирно ездит. Мы нацелим все свое внимание на те, которые способны заинтересовать преступников. Понимаете? Ну, пойдемте, объясним. Ты, ну вот хотела. Гостиница Ленинградская, место назначения площадь Нагина, подача 18 часов. Реально на подобном маршруте захватить машину? В центре, в часы пик нет. Коломенская, Вострякова, 22:30. А вот это нехорошая поездка. Вот рейс взят на контроль. Вообще все, что здесь, уже прошло через руки Серегина. Да. Еще одно, Галина Сергеевна. Ага. Ну вот, что, как говорится, для преступников самое спокойное, а для нас самое тревожное. Ведь если заказывать машину, звонить откуда-то, ведь недолго и попасться, правда? Ну, значит, да. Что? Поймать свободную машину. Конечно. Галина Сергеевна,
У вас намечается детективная жилка. Конечно, поэтому случайным посадкам главное внимание. Будем подстраховывать с помощью ГАИ, ну, еще кое-чем. Галина Сергеевна, повторите, пожалуйста, еще раз свое обращение. Хорошо. Не мешаем. Ну, что у тебя? Букет вызывает все машины на линии. Букет вызывает все машины на линии. 46-14. Пассажиры к вам вышли? Вышли. Две женщины с сумками, ребенок. Свяжитесь с букетом в конце маршрута. Как поняли, прием. Понял. Связаться с букетом. План не дымит? Терпимо. Спартачок за твой опять продул. Поздравляю. Спасибо. Каков поп, таков и приход. Водители, ну что, а вось на будущий. Вообще-то не полагается. Ну, что с ними поделаешь? Значит, ау. Три заказа сам не снимаешь. Ау, спасибо. Товарищ подполковник, докладывает группа такси. Возникло три маршрута, которые заканчиваются в малонаселенных районах или проходят по удобным для преступников местам. Да, конечно, диктую. 3112 ММТ, подача 2145, на Цветной бульвар. Далее. Леночка, привет. Добрый день. Ну, как там у вас? Здравствуйте. Нормально. Томин вторые сутки посменно с Тихоновым дежурит в букете. Кирпичев тоже там все свободное время. Что, для безопасности? Чтобы был под рукой. Для опознания грабителей. Понятно. Далеко собрался? В букет Томина проведите, а ну, то Шурик. Я что-то здесь совсем заскучал. Да. Шурику привет. До свидания. Пропала машина за городом, 41-18. Давно? 25 минут. Маршрут прочесан, пусто. Где? Покажи на карте. Вот на этом отрезке, вот. Понял, спасибо. Есть. Граждане пассажиры, скорый поезд номер 196, Москва-Воркута, отправляется со второго пути через 5 минут. 41-18 нашелся. Кто отозвался? Жив-здоров? Обедал человек. Удивилась, когда другая. Спасибо. Ну что? 45-19 давно на связь не выходил. Он подстрахован? Подстрахован. Ты только не пережми. Связь нужна, но чтобы шоферы не почувствовали опеки. Понял? Ясно, ясно. Коля, привет. Слышь меня? Слышу. Закругляешься? Немного осталось, план добрать и в парк, а ты... Загораю на куличках. Возил каких-то шизиков. А чё они? Сели будто в Щёлково. Мамашу больную проведать. И всё, гони да гони. Я говорю, машина завтра капиталку идёт, забарахлить может. Тогда, говорят, нас не устраивает. Хоп, вылезли в метро. Чё же они, дурные? Да не сейчас. Я ж говорю, шизики. А может, лямзики. То жми, то высади. Загораю теперь на Щёлковск. Ладно, значит, как договорились. Ну, за мной дело не станет. Ну, будь, Петро. Будь. Слушай, Толя, у Щелковского метро стоит такси водитель Петров. Два пассажира, улавливаешь, два. Нанимали его до Щелкова, потом отказались. Машина старая. Значит, нужно, чтобы он срочно позвонил старшей, но не по рации, из автомата. Давай действуй. Есть. Думаете, они? Боюсь глазить. Сейчас позвоню. Десять сорок.
Это вы болтали про шизиков-лямзиков? Передаю трубку, с вами будут говорить. Алло, угрозыск. Быстро опишите ваших пассажиров. Так. Второй. Угу. Ну и вы видели действительно в метро? Сколько прошло времени? Я попрошу вас ни с кем не обсуждать ваших впечатлений, ладно? Сейчас передам трубочку. Ну, запишите, кто мне, что. Хорошо. Они наконец-то вынырнули. Скажите мне ваш адрес. Ну что, теперь должны повторить попытку? Наверняка. Наверняка. Так. Что-что? Ну все. Больше вопросов нет, можете спокойно работать. Докладывает группа такси. Преступники предположительно находятся вблизи одной из станций метро на радиусе, идущем от Щелковской. Варюшка! Дочка! Что ж ты ко мне-то не заходишь? Совсем меня забыла? Да нет, не забыла. Наоборот, многое припомнила. Вот так-то. Опять прошлым попрекаешь. Варечка, кто старое помянет, тому глаз вон. Да я готова оба вон, только тебя больше не видеть. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Что это ты расходилась? Все за своего шофера злобишься. Да я же его просто испытывал. Какие намерения? Что за человек? Должен же я знать, на кого я тебя оставлю. Ты же дочка у меня одна на свете. Да кончилась дочка, дядя Толя. Да помнись, Варюшка. Ну, прости, коли что не так. Хватит. Смотри, Варька. Что-то затаились, а? Да, уже полчаса. Я так нервничаю. После того случая с Мишей Ермолаевым. А какой был случай? Александр Николаевич, срочно. Будьте добры, вызовите еще раз 13-13, пусть он повторит все сначала, где он находится. Вызываю 13-13. Вызываю 13-13. Прием. 13-13 слушает. Прием. 13-13. Вас плохо слышно. Повторите еще раз, где вы находитесь. Где вы находитесь? Прием. На Первомайской. На Первомайской улице. Еду в Щелково. Пассажиров двое. Багажа нет. Букет вас понял. 13-13. В городе самое горячее время. Букетик, людям очень нужно. Пусть едет и свяжется с вами, когда будет освобождаться. 13-13. Свяжитесь с диспетчерской, когда освободитесь. Кажется, выплыли. Группа такси, майор Томин. Только что получены данные, позволяющие считать, что разыскиваемые лица направляются с Первомайской улицы на Щелковское шоссе. Безусловно, ГАИ очень поможет. Горзнак 13-13. В связи с этим, выезды на Щелковское шоссе взять под строгий контроль. Такси с номерами, забрызганными грязью и плохо различимыми, также необходимо подвергать проверке. Напоминаю, что в машине могут находиться опасные преступники. Поэтому все действия должны носить естественный характер оправданной транспортной ситуации. Надо бы поговорить с шофером. Без повода. Могут насторожиться. Галина Сергеевна, придумайте повод. Я? Конечно. Дать еще один заказ. Нормально. Вы
Букет вас понял. Соня, вызови 13-13, скажи, есть срочный заказ из Щелково во Внуковский аэропорт. Вызываю 13-13. Вызываю 13-13. Прием. Слушаю, Букетик. 13-13, вы везучий. Есть срочный заказ из Щелково во Внуковский аэропорт. Как поняли, прием. Смотря на какое время. А через сколько вы там будете? Да не скажу пока. У пассажиров заезд тут в городе. Да? Пусть свяжется попозже. Скажи, пусть свяжется попозже. Может быть, еще успеет. 13-13. Свяжитесь попозже с диспетчерской. Может быть, успеете. Как поняли, прием. Как поняли. Понял, Букетик. Постараюсь не задерживаться. Да, их понесло. Зачем? Ах, как бы мы их чистенько взяли, а, на Щелковском шоссе. Александр Николаевич, Арутюнова, водителя, предупредить бы. Ну, хоть намекнуть, чтобы остерегался. Любой намек они поймут раньше него. Ну, выход должен быть, Саша, думай. Галина Сергеевна, Арутюнов из какого парка? Кажется, из первого. Данилов, Кирпичева, живо. Галина Сергеевна. Я сейчас попрошу, чтобы Кирпичев поговорил с Арутюновым. Вы по моей команде прервете их разговор. Артем Степанович, вы Арутюнова из первого парка знаете? Знаю. История с Ермолаевым, ему известна? Всем известно. Ну что, из больницы не выписан? Само собой. Значит, пройдете сейчас с Галиной Сергеевной в кабину, перебросьте с Арутюновым парой фраз, как будто вы на линии. Ну, мол, не стоит ему встречаться с Ермолаевым. Надо его предупредить об опасности. Понятно? Только спокойно, Артем Степанович. Галина Сергеевна. Мне нужна кабина на 10 минут. Пожалуйста. Присаживайтесь, Кирпичев. Эй, кошка! Кошка! Две чертовы дюжины. Кто зовет? Да это я, Артем. Слушай, новость есть. У тебя есть возможность сегодня встретиться с одним человеком. С Мишкой Ермолаевым. Да не шутки, а точно. А тебе встречаться с Ермолаевым вроде ни к чему, верно я говорю? Сообрази хорошенько. Понял. Что-нибудь соображу. Товарищи водители, прекратите посторонние разговоры. Мешаете работать. Букет вызывает свободные машины в районе проспекта Мира, Шаболовки, Парка культуры. Прием. Ну что, не сфальшивил? По-моему, нет. Дадим Арутюнову несколько минут на размышление. Похоже, он понял. Да что он может? Один против двух. Ну, если не растеряется, сможет. Вызывайте, Галина Сергеевна. Разрешите, Кирпичев. Букет вызывает 13-13. 13-13, ответьте Букету. Слушаю, Букет. 13-13. Заказ из Щелково в аэропорт. Оставлять за вами или нет? Жалко мне этот заказ, Букетик. Да видно, не судьба. Я катаюсь еще тут, по городу. Не рискнул сказать, где. Мимо меня сейчас 19-38 проскочили из нашего парка. Ему и отдайте. 19-38. Букет вызывает 19-38. Ответьте Букету. 19-38, добрый день. Где вы находитесь? В Сокольниках. Всем постам, работающим в секторе Н. Автомашина такси 13-13 Мария-Мария Тимофей проследовал по Русаковской улице в сторону Сокольников. Необходимо принять меры к розыску и задержанию. Алмаз, я 702-й. Вижу такси 13-13. Проследовало мимо меня, начинаю преследование.
Товарищ дежурный, 301-й доложил, что такси 1313 проследовало на Оленьий вал. Товарищ майор, 301-й доложил, что машина проследовала с улицы Короленко на Оленьий вал. Вызывайте 702-й, 33-й и 45-й. Блокировать улицы Краснобогатырскую, Большую Оленью и Большую Ширяевскую. Преступники задержаны. Букет может работать спокойно.